Приветствую вас. Поставьте плюсики, как меня слышно, видно. Кто есть в комнате у нас? Так, если мне, как бы не ошибаюсь, у нас только Оля Егоренко, наш студент единственный, да? Где все остальные? Ой-ой. Ой-ой, куда все разбежались? Новый год всех выбил из колеи просто, да? Ой, ну хорошо. Я рада вас всех приветствовать. Спасибо, что пришли. Ну, пусть мы в таком маленьком составе. Я сделаю запись сейчас коротенькую, чтобы кто не пришел сегодня на встречу по каким-то причинам, чтобы они могли посмотреть и послушать, что я скажу. Итак, я сегодня проверяла уроки всех. Осталось, конечно, народу очень мало, кто идет уверенно и вперед. Ксюш, кстати, сейчас у нас будет проходит урок для команды группы экстремального роста. В нее можно попасть только с уровня 3%. То есть ты сейчас, может, будешь слушать, тебе какие-то вещи будут непонятные совсем. Ну, не пугайся, если интересно, конечно, слушай на будущее. Потому что я, конечно, рекомендую обязательно каждому человеку пройти это обучение. Оно просто очень такое классное, живое и помогает лучше как бы разобраться в интернет-бизнесе и научиться владеть многими инструментами, полезными инструментами. Итак, я буду кратенько. Значит, у нас очень важные уроки, я проверяю только важные, которые действительно вот нужны нам для работы. Я все не в состоянии проверять, это кураторы у вас проверяют. Я хочу отметить, важный урок – это создание воронки захвата и отработка звонка. Вот воронку сделали все, а звонок отработала только Громова Оля. Вот, у меня к вам вопрос. В чем проблема? Может быть, не поняли, как это выполнять, этот урок? Потому что это самое важное. Вот эта связка, чтобы именно были... Форма есть, люди к вам присылают заявки. И самый главный момент в этом – это умение сделать звонок. Коротенький, краткий звонок, который подразумевает, что только нужно... Оля, а ты, наверное, ссылочку не вставила, раз нет звонка твоего. Сейчас посмотрю, 10-й урок. Я же сама проверяю по ссылкам, у кого стоят, я все проверила. Там, кстати, в одном уроке, когда собеседование, Оля, вот именно у тебя, я нажимаю на ссылку, открывается мой YouTube. То есть не твое видео, а мой YouTube просто открывается. Так, нам нужен 10-й урок. Техника холодного звонка. Мой любимый урок. Он самый сложный. На мой взгляд, самый сложный. Особенно, когда его делаешь первый раз. Так, вот смотрю, Оля Громова есть. Леготина нет. Страстенко, Козырева, Коптелова. То есть все написали спасибо, классно. Почему-то многие начали выполнять урок по оплате через Сбербанк онлайн. Хотя там замену сделали. И стоит техника холодного звонка. Где же взяли? Хм. Может быть, недопоняли. Но вот этот урок, он самый главный. Да, нужно положить денежки на скайп. Это очень легко и просто сделать. Ну, кто-то спрашивал в общем чате, в чем проблема. Я написала, что даже Оля Мальцева писала, что вам нужно выполнять урок «Звонок». Причем здесь чужие ответы. Мы просто сделали замену, выстроили более логически правильно уроки, чтобы одно вытекало из другого. Там немножко путаница была, мы сейчас все отрегулировали. Вот. Оль, я не нашла твою ссылочку на технику холодного звонка, нету. Обязательно сделайте. Вот давайте немножечко об этом поговорим, вот именно о звонке. Вот первая проблема, почему люди теряют кандидатов, это именно, что вот кандидаты есть, заявки пишут, а, как бы сказать, у вас возникает страх поднять, вот нажать трубку и позвонить, то есть сделать вот этот шаг. Я знаю, что это боятся делать даже лидеры уже высокого уровня, 12, 15 и даже 18% уровня. Но если вы себя приучите это делать,
А все это нарабатывается только опытом и практикой. Вот если вы постоянно практикуетесь, то проблем не будет. У меня, например, я на Skype положила деньги, привязала туда свою карту. И как только у меня, вот я разговариваю с человеком, у меня деньги заканчиваются, я не кладу деньги, он сам добавляет с карты автоматически. Это первое удобство. Второе, очень дешево. Очень дешево. Даже если звонишь в другую страну, вообще по всей планете, там просто, ну, если пересчитать на звонок по телефону и по скайпу, это просто небо и земля. Очень дешево. Это второй плюс. Третье, когда вы делаете сразу звонок человеку по тексту, который мы там дали, то есть не отходя от текста ни на секунду, то эффект обалденный. То есть когда вы звоните человеку и говорите, ну, представляетесь, входите с ним в контакт, и ваша задача вот этого первого звонка только перевести человека в Skype. То есть подчеркнуть вот эту серьезность вашего предложения, показать, что с вами легко и просто можно общаться. И третье, перевести в Skype, чтобы не тратить деньги. То есть чтобы и вы были в Skype, и этот человек тоже был в Skype. А потом уже это дело техники, в скайпе общаться вообще легко, вас уже не плющит то, что с вас там капают денежки, потому что когда разговариваешь, там прям видно, как они уменьшаются. Оль, ну скинь сюда. Давай, скидывай сюда, я проверю. Вот, вы понимаете, да, насколько это важно. А потом смотрите, вот я, например, приучила себя, мне тоже было сложно, и как-то жаба душила, там, ой, деньги тратить, надо как-то написать человеку что-то. Мы пробовали, мы сочинили обалденные тексты, мы по ним это писали, отправляли сообщения. Ага, вижу твой звоночек. Проверю, Оль, попозже. Вот. И мы писали сообщения, отправляли, а потом не было дальше, ничего не происходило. То есть все, вы получили заявку, отправили письмо, чтобы там перешел человек в Skype, чтобы вас добавил, нету. Вот ни разу, вот сколько я пробовала сэкономить деньги там и отработать этот метод по-другому, но никак не получается. Нет, вы можете созвониться с напарником, но этот метод вам дается не просто для того, чтобы вы его сделали, а для того, чтобы вы начали делать его с реальными кандидатами. Как бы просто для галочки смысл его делать. Вы тренируетесь, сначала вы с напарником тренируетесь. И мы даже с некоторыми девчонками, вот с кем я работаю плотно, мы когда отрабатываем эту технику, сначала я звоню. Показываю динамику, темп речи, как нужно вести разговор, чтобы не было этих вот перерывов больше 2 секунд между словами. То есть кто звонит, кто платит, тот и ведет разговор, тот задает вопросы. Кто с другой стороны, он просто отвечает, вы его ведете. И ваша задача человека привести так, чтобы он просто перешел в Skype. Я там выложила вот свой звоночек, вы, ну, все понятно, что это легко созвониться с человеком. И он сразу доверяет, мне позвонили, классно, значит, все серьезно, я нужна, не просто так. Согласна? Итак, я предлагаю к этому уроку отнестись максимально серьезно, потому что он вам будет нужен на протяжении всего времени вашей работы в интернете. Будете ли вы разговаривать с кандидатами или разговаривать со своими уже партнерами, новыми консультантами, вам нужны эти уроки. То есть это урок 17-й собеседования, который выполнила только Громова Оля, и у Егоренко Оли ссылочка неправильная стоит, Оль, вот именно собеседование. В 17-м уроке. Так, окей? Так, поехали дальше. Следующий урок тоже очень важный. Это 12-й. Презентация. Многие написали, что нету программы PowerPoint. Ну, написали и успокоились. Поехали дальше. Я, например, такого не понимаю. Вот у меня предыдущие команды, которые обучались, такие, знаете, девчонки вообще просто вот забомбили вопросами, честно, они просто не давали мне спокойно жить. Вас я не вижу, не слышу. Но вас и поменьше, конечно, но все равно.
смотрите, написала, у меня нет программы PowerPoint. И все. И по барабану. Но нету, нужно делать. В Google диске можно сделать. Можно найти другие программы, вообще как угодно. То есть главное, что есть задание, есть цель. В интернете очень много ресурсов. Мы показали PowerPoint, но это не. Ну, как бы это такая средненькая программка между самыми крутыми и самыми такими вот простенькими. Она достаточно классная, в ней много функций, много интересно. Девчонки сделали, вот мне понравилось. Сделала Громову Олю, вообще Олю Громову, передовик такой, молодец. Она записала, сделала слайды «Я люблю Орифлейм». То есть, почему люблю Орифлейм, и там надписи. «Я рекомендую, Оль, ты меня будешь слушать, записать это со своим голосом. Пусть ты ничего лишнего не будешь добавлять, а просто своим голосом прочитай эти слайды». То есть есть люди-визуалы, которые вот только им достаточно прочитать текст и все. А есть люди-аудиалы, которым нужно слышать. И тогда в этом случае ты будешь двух зайцев сразу хватать за хвост. И поработаешь с аудиалами, и с визуалами поработаешь, потому что это, ну, вот классно. Что захватишь как можно больше аудитория. Так, а что... Так, Катя Пелюгина мне что скинула? Сейчас открою. То у меня завалили ссылочками. А, звонок спонсора. Хорошо, посмотрю потом. А, Оля же мне скинула. Все, я вижу. Так, спасибо. Поехали дальше. Презентация. У Лукоевой Насти тоже есть презентация хорошая. И у Козыревой Лены. Все, больше ни у кого. Всего 3 презентации. А это 12-й урок. А сейчас у вас уже 19 уроков там выложены. То есть тяните команду, кто в теме, кто действует. Ну, помогите им побыстрее пройти все уроки. Потому что мы же будем выпускать уже. У нас следующая команда там на пятки наступает. И спрашивают, когда новый поток начнется. Уже люди записываются, теребят нас. А мы не можем вас выпустить раньше, чем... Запустим эту команду, потому что нам нужно все будет уроки убрать, и мы подгружаем по одному уроку в день, чтобы был порядок. Я люблю порядок во всем. Так, дальше у нас 14-й урок. Тайм-менеджмент. Сделали Кряковцева Марина, Громова Оля, Лукоева Настя, Старостенко Татьяна, Козырева Лена и Егоренко Оля. То есть выполнили урок, хорошо поработали. Ну, вообще классный урок этот тайм-менеджмент, то, что он такой вот, как бы, по полочкам все раскладывает в голове, да? Вот скажите, вообще, какой ваш любимый урок? Из того, что вы прошли, вот что для вас было самым-самым таким вот обалденным? Это у нас Оля Егоренко только, студентка. Какой у тебя, Оль, любимый урок? Дальше у нас урок был «Видеооткрытка». Тоже справились трое пока: Лукоева, Настя, Козырева, Лена, Егоренко, Оля. Я вам, знаете, хочу сделать рекомендацию. Девочки, будете выполнять этот урок? Можете его попрактиковать, чтобы собеседование понравилось. Супер. Попрактикуйте, сделайте несколько открыточек. Я просто рекомендую для бизнеса, которые вам будут помогать. То есть одну открытку. Поздравляю вас с тем, что вы пришли в проект. Вы зарегистрируете человека к себе в команду и сразу ему на электронку или в Одноклассниках скиньте такое поздравление. То есть без имени, а просто «я вас поздравляю, то, что вы пришли в проект». Классная тема. Второе. С днем рождения. Потому что дни рождения постоянные. Девчонки, а сделайте в другой программе. Мне нравится очень открытка. Я сейчас вам ссылку скину. Я просто обожаю, я, ну, самым таким дорогим людям, там, конечно, немножечко повозиться приходится, можно сделать открытку, картинки накачать туда, фотки. Вот, смотрите, слайдли. Их много, в принципе, программ в интернете, но мне вот это нравится, что в ней сразу загружаете фотки, надо в определенной последовательности их выложить.
Потом там музыку можно выбрать, можно свою музыку загрузить. Там классно идут спецэффекты, когда можно там новогоднюю тему выбрать, или снежинки падают, или как-то вот разные фоны, фотографии бывают, как будто фоны с фотографий, и по одной они выплывают. Настолько, вот, знаете, волнующе. Первый раз узнала эту программу, мне Оля Мальцева сделала открытку с днем рождения. А, там еще можно надписи делать. То есть, которые выплывают, каждой фотографии надпись. Когда я смотрела эту открытку, я рыдала, вообще просто рыдала безумно. Настолько было все трогательно, так душевно, так вот музыка, эти надписи, сами фотки. Она выбрала везде, у меня в Одноклассниках, ВКонтакте полазила, набрала фотографии, разложила их, загрузила. Вообще класс, вот я рекомендую эту программку. Она, мне кажется, даже поинтереснее, чем на Инвебе. На Инвебе просто очень просто. А здесь более так эффектно. Так, дальше у нас идет урок 16, регистрационная форма. Сделали немного человек, я расскажу, вот, значит, кто сделал. Так, Лукоева Настя. Вот формочку поняли, главное, как сделать, а нюансы не поняли. Вот справилась с заданием классно Егоренко Оля. Ну, во-первых, давайте вот так вот раскладку сделаем. Первое, для чего вы делаете форму? То есть какой у нее будет функционал, для чего? То есть вам нужно только собрать, допустим, данные человека, телефон, скайп, электронную почту, фамилия, имя, отчество. Просто контактные данные. Далее. Или вам нужна подписная форма, чтобы человек заполнил полные данные на проект. Это уже будут немножко другие запросы данных. Да, то есть то, что вы хотите получить от человека, то туда и набраться. Потому что многие написали почта. Вот Лукоева Настя поставила вопрос фамилия. Почта. Главное, ну просто почта. Человек может не понять. Кстати, в интернете многие люди, когда им пишешь, давайте адрес вашей почты, они пишут реально свой домашний адрес с индексом. Представляете? Я с этим очень часто сталкиваюсь. Ну, люди не все люди разбираются в этом сленге. То есть не всегда понимают то, что для... Да, вот поэтому четко. E-mail. E-mail. Английскими буквами пишется E-mail. И тогда люди уже понимают, что это электронная почта. Второй вопрос. Когда делаете форму, многие вот как там вот стояло, так и оставили варианты ответов. То есть телефон и два варианта, первый или второй. Ну, то есть, ну, тоже нету вот смысловой нагрузки, нет никакой. Человек не поймет, что от него требуется. То есть, вы когда выбираете, в какой форме человек должен ответить, вы нажимаете на специальную там строчку и выбираете текст, чтобы выпадал, или несколько вариантов ответов. То есть вы откроете, посмотрите, там очень просто, и вы разберете, там можно и дату выбрать. Вот многие разобрались, вот Оля Егоренко разобралась. Вот. И важный момент, вот у Старостенко Татьяны я отметила, сбор данных и пишет Skype и обязательный вопрос. Я рекомендую Skype не делать обязательным, потому что у многих людей вообще Skype нет. А так как вы поставили обязательный вопрос, у человека нет Skype, он не может ее заполнить. И не отправит ее. Понимаете? Я вот те вещи, которые для человека могут быть пока, ну, непонятными, я их не делаю обязательно. Пусть пропустит. Вы все равно скайп настроите, потому что без скайпа мы не работаем. Настроите с ним на второй день, на третий. Сделайте. Но самое главное, вот, чтобы человек смог вам отправить данные свои. Это понятно? И вот тоже Козырева Леночка поставила почта. Я рекомендую e-mail тоже исправить. И без вариантов, просто текстовое поле. Многим тяжело, Катюш. Я читаю вот твое сообщение. Ну, тяжело в учении, легко в бою. Наша с вами задача, вот как студентов, так и кураторов, это пройти это обучение не просто для галочки, пройти его качественно, разобраться, понять, потому что я когда вот форму эту первый раз показали мне, как делать, я ничего не поняла, я второй раз вообще ее сделать уже не смогла опять без помощи. Я не понимала, как где брать эти вот, чтобы тексты были или варианты ответов. Да, ну я поэтому вам и рассказываю немножко более подробно все. Пчелки, ночные бабочки.
Ну, мы со многими ночами сидим, особенно вот попервой я ложилась в 3-4 утра, с некоторыми вот так подолгу занимались. Но зато и есть результат. Итак, давайте с вами вот подведем итог. А, еще вот урок психологии успеха, но его пока сделали Громова Оля, Лукоева Настя, Старостенко, Козырева и Егоренко Оля. Вот, Оля, у тебя вот пробелы есть по звонку, ну ты мне скинула. Презентации я не нашла. И собеседование, ссылочку ты мне тоже скинула. Подделывают вот это. И, конечно, девчоночки отстали, нужно тянуть всех. Это Захарова, вот Катя, Кряковцева Марина, Кошелева Настя. Кто здесь есть, девчонки, посмотрите. Так, Уговоруха Аня, так стоит логин. Ну там хотя бы по почте понятно, что это она. Но мы обещали не проверять уроки с теми, кто не поменял логин на имя и фамилию. Сейчас я попью. Пью из своей кошки. Так, Коптелова Татьяна у нас отстала. Ну, остальные все идут так дружненько, как и нужно. Так, давайте с вами подведем итог. Смотрите, что у вас есть уже на сегодняшний день. Это воронка, которую вы должны активно-активно продвигать везде в социальных сетях. Второе, вы должны научиться делать звонки. Ох уж эти зубы. Как вспомню, так вздрогну, да? Так, далее. У вас уже есть своя регистрационная формочка и журнальчик, куда могут поступать заявки. То есть вы уже можете сделать ее качественную, разных вариантов для разных случаев, смотря что вам нужно. Ну вот самое главное у вас уже есть. Скоро у вас будет урок. Вы будете делать свой блог. Это будет самый классный урок, где вы сможете собрать вот эти все формочки, воронку туда вставить. То есть у вас уже все соберется воедино. Поэтому я вам, конечно, желаю, чтобы это быстрее все случилось, потому что самое интересное еще впереди. Какие ко мне есть вопросы? Если есть, я вас слышу. Если нет, то пишите активненько вопросы в чате. Главное, не засоряйте его лишней информацией, там, прокачками всякими и так далее, чтобы я успевала хотя бы замечать ваши вопросы. В Инвебе заново попробуй. Попробуй с другого браузера зайти. Только там надо будет почты другие вести, почту другую. Мне кажется, можно. Хочешь, надо пробовать. Вы знаете, как говорят самые великие профессионалы бизнеса, ведения бизнеса в интернете, они говорят, что в основном все равно мы все проходим методом тыка. И так оно и есть. Я сама иногда сижу, тыкаю, тыкаю, тыкаю. Хоп, что-то нашла. О, классно, работает. Иногда бывает, не нахожу ответ какое-то время, но если заявка есть, запрос есть, мозг работает, Вселенная все равно даст нам ответ на наш вопрос. Главное продолжать двигаться вперед. Если вы что-то не можете делать, то нужно просить помощи, не стесняясь. Тогда заново регистрируйся. Женечка, вам нужно будет в 20:00 прийти на презентацию. То есть будет вечерняя презентация, это у нас тренинг для людей, которые уже в проекте, уже учатся, работают. Вы в 20:00 приходите, послушайте все, будет тренинг сразу для тех, кто хочет работать, чтобы вы сразу поняли, вот с чего начать. У нас будет специальный спикер вечерний работать, и вам все объяснят, окей? Так, ну что, мои красотки, пойдемте работать, выполняйте уроки, мы все проверяем, доводим дело до конца, у нас еще так рывок осталось сделать, и будем делать выпускной бал и получать вот такие вот красивые дипломы, обалденные именные, у каждого будет свой именной диплом, который вы сможете потом выставить на своем сайте, который вы уже научитесь делать, на блоге, везде. Ну, по московскому будет 20:00 или в 12 утром. Вы смотрите, какая у вас разница с Москвой. Потому что я не знаю, сколько в Хабаровске. Мне кажется, у нас часов 5 или 7 разница. Поэтому если в 20:00 по нашему времени, то по вашему это будет уже вообще глубокая ночь. Ну что, я с вами прощаюсь.
ненадолго. До встречи в скайп-чате. Всем удачи. Еще раз всех с наступившим Новым годом. Желаю вам потрясающего года, чтобы вы достигли всех своих поставленных целей, чтобы наш проект вам помог в реализации ваших желаний, улучшении качества жизни, чтобы у вас во всех сферах вашей жизни было только улучшение. Всегда и на полную катушку. То есть не останавливайтесь ни на секунду. Верьте в себя, верьте в проект, верьте в эту компанию, которая наш партнер, у вас все обязательно получится. Все, спасибо вам. Пока!